Пять дней соперничества и изнурительных боев. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу в самом престижном разделе «Фулл-контакт» подошел к своему логическому завершению. Сегодня состоятся финальные схватки. Победителям всероссийского чемпионата успешные выступления в ринге подарят путевку на соревнования в Европу. Но для ульяновца Алексея Трифонова, трехкратного чемпиона мира, чемпиона Европы и пятикратного чемпиона страны, престижные соревнования – это еще один шанс доказать всему миру, что именно он лучший из лучших. На бой уже давно настроен. Мы готовились, все делали для того, чтобы выиграть и забрать этот чемпионский пояс. Подготовка шла в три этапа, то есть тренировали здесь в Ульяновске, работали со своим тренером, с Адримом Ильдусхаричем. До решающего боя за титул абсолютного чемпиона мира по версии Всемирной федерации кикбоксинга в категории до 54 килограмм состоится уже через несколько часов. А пока Алексей и его соперник, бразилец Гильван Силва Кавалканте, настраиваются на решающий поединок. Накануне состоялось взвешивание спортсменов. Соперникам мы, получается, не знакомы, до этого не встречались ранее, но смотрели, просматривали его видео, то есть вплотную, скажем, готовились под него. Бразильский спортсмен много лет отдал боксу, но вот уже три года сражаются в статусе кикбоксера. Вызов Алексея на бой принял сразу и настроен решительно. По его словам, наш Алексей слишком долго засиделся в статусе многократного чемпиона мира. И пора его сместить. Я всегда оцениваю соперника в первые минуты боя. Алексей – хороший спортсмен и хороший соперник. Надо срочно это менять. Самое ожидаемое противостояние чемпионата России состоится сегодня в «Волгоспорт-арена» в 13:00. Вход свободный.